Дорогой барон, я даже не знаю, что сказать. Мой муж, он был почти как живой, я касалась его. Вы и ваш коллега, вы делаете невероятные вещи. Это все наука. Она сотрет грань между мирами так же, как стирает расстояние. Это я вам обещаю. Теперь смерть больше не значит расставание. Трогай. Барон, спасибо вам. Вот вам за сегодняшний сеанс. Я не могу. Сегодня был последний раз. Ну хорошо, я готов добавить. Сколько? Нет, не надо денег. Послушайте, мне кажется, вы не до конца понимаете масштаб происходящего. Мы ведь с вами затеяли все это вовсе не для того, чтобы несчастные вдовушки могли побеседовать со своими покойными мужьями. Мы открыли проход в мир мертвых. Это важнее, чем открытие Америки. Это был не он. Что? Это всегда были не они. Это бесы, демоны. Господи, что мы с вами наделали? Вы и в дверь открыли. Господи, Пресвятой, спасибо. Прекратите! Прекратите немедленно эти глупости. Вы не понимаете. Вы не понимаете. Здесь. Он здесь. Я хочу с ним говорить. Проспала. Да все равно никого нет. А че вчера не пришла? Так классно было. Да, не получилось. Понятно, как всегда. Говорю, просто не получилось. Угу. Пойдешь с нами сегодня? Ты о чем? Ну, на вечеринку.
Или ты занята? Да нет, свободно. Замерзла? Нас зовут. Пойдем. Размечтался. Ходим в гости. Это очень особенные гости, без хозяев. А вы что, хотите влезть в чужой дом? А что такого? Просто домашняя вечеринка. Мы не грабим, после нас порядок. Только дом нам нужен особенный. Как тот на пляже, а? В котором ты летом выбиралась. А нам Саша вот все рассказала. Даже не обсуждается, кто тебе вообще за язык тянул. Но это же идеальный вариант. Он же все равно уехал, этот твой таинственный принц. И ты там все знаешь. Я сказала нет. Кать, между прочим, ты сама нас к его дому притащила. У тебя проблема. И с ней надо что-то делать. И что теперь? Поехать именно в тот дом? Супер идея. Кать, просто поехать. Поехать с Вадиком. Между прочим, научно доказано вытеснение плохих воспоминаний. Кать, ну сколько можно себя мучить? Тебе же этот Вадик нравится? Нравится. Первый раз на кого-то другого посмотрела. Улыбаться опять стала. Ну вот и давай.
Южная готика во всей красе. Вау! Круто! На всякий случай напоминаю, никто ничего не постит. Почему? Ты что, хочешь, чтобы нас заболели? Ой! Хозяин чем занимается? Он архитектор. Не бедный такой архитектор. Ага. Там на нижней закрыто. Верхним они не пользовались. Стоп. Ты же говорил, он один там живет. Они погибли. Жена с ребенком. Здесь? Нет. На машине разбились. Как писал классик, удачная жизнь хороша именно своей бесцеремонностью. Гениально! Склеп какой-то. Да тут, походу, 100 лет никто не Зачетный домик! Ого, какой камин! Разожжем? Давай. Ой, пардон. Все охрененно. Хотя, на мой взгляд, слегка перебор с этой живописной обветшалостью. И, кстати, там одна дверь не открывается. Заклинила, наверное. Угу. Сыр. Может, поддуть? Тяги нет. Может, есть обогреватель? Я это, обогреватель еще. А, они под лестницей должны быть. А?
чужого не берем. Знаешь, правильно. Что это такое? Исследование о демонических сущностях. Николай Карлович фон Грубе. Так это с нас ждать. В мире животных какое-то. О, вот это прекрасное. Все зарисовки были сделаны мною непосредственно во время визитов потусторонних гостей. Типа с натур, что ли? На чем мне тогда сидели-то? Ключевой вопрос. Интересно, ее величество до кухни снизойдет? Или считает, что вызвали официанток за бесплатно? Тебе просто хочется ее парня. А вообще, твой сказочный замок слегка подгнил. Вон, плесень повсюду. Это же наша гостиная. Ага. Ворон в центре. Ну, подойди. Барон фон Грубе. Известный филолог и мистик. В начале 20 века его дача пользовалась славой главного спиритического салона Черноморской ривьеры. Утверждал, что сам дьявол показал ему всех обитателей ада. Как так? Скончался в психиатрической лечебнице в Берлине. Черт. Угу. А я уж было поверила. На, держи. О, а это что за чувак? Я его знаю. Это же Александр Блок, дурень. Никита. Слушайте, лучшие люди того времени здесь духов вызывали. Мы что, хуже? Мы тоже. Лучшие люди. Серьезно? Сеанс спиритизма? А? В общем, все понятно. Кого вызывать будем? Пушкин. Спасибо, что не Цой. Давайте барона. Засвидетельствуем свое почтение хозяину. Ага. Безумный призрак, то, чего нам так не хватало. Давайте. Вызывали? Так, теперь нам нужен медиум. Ой, а можно я? Да? Угу. Вызываю
дух барона фон Грубе. Все, все, все. Вызываю дух барона фон Грубе. Вызываю дух барона фон Грубе. Барон фон Грубе, если вы здесь, дайте нам знак. Ставни, что ли, хлопнули? Слушайте, это уже не смешно. Тихо. В доме кто-то есть. Будем считать, что вы просто ошиблись адресом. Все, все. Выходим. Выходим, выходим, выходим. Проходим. Проходим, не задерживаемся, не стесняемся. Неудобно получилось. Убирайтесь. Послушайте, мы думали, что дом пуст, но мы не воры, не бомжи. Мне не интересно. Вон. В полицию я не сообщу. Почему? Никитос. Не-не-не. Правда, а почему бы не сообщить в полицию еще несколько часов назад? Вы не понимаете. Он что, нас не слышал? Мы сколько тут уже тусим? Да посмотри на него, он упоротый нахер. Успокойся. Да он на ногах не стоит. И что вы вообще взяли, что он хозяин, а? Дом заколочен. Где Катя? Живой? Да меня вроде на минимум. Откуда он вообще вылез? Так это хозяин? Нет. Что требовалось доказать? Да бомж какой-то. Сейчас не сезон, вот он и пролез. Не спалит нас? Да он ничего не вспомнит. Запрем его куда-нибудь и все. Угу. В подвал. Это как-то жестко. Ну а что делать? Очухается, опять кидаться начнет. Слушай, может, свалим отсюда нафиг, а? Что? Как ты это все? Ну, здрасте, пожалуйста. Ты чего? Мы тебе тут такие декорации устроили, а ты сливаться? Нет, нет, нет. Давай-ка. Давай, давай, ты чего? Катя ждет, ну. Нельзя же так. Слушай.
Слушай, ну ты его еще одеялом накрой, а? А что ты хочешь, чтобы он тут околел, да? Ладно, пойду найду что-нибудь. Еще эта плесень. Как-то не замечал раньше. Справитесь? Да, я уже убиралась. И мне деньги нужно за учебу платить. Вот тот ключ от нижнего замка. Верхний постоянно заедает, поэтому мы им не пользуемся. Я им не пользуюсь. Пойдемте наверх. Ну правда, ну полгода уже прошло. Это нужно просто принять и продолжать жить дальше. Жить! Иногда мне кажется, что дом стал разваливаться без нее. Я их вижу постоянно. Просыпаюсь, а все вокруг нее это рушится. Давай-ка, возвращайся, ты в Москву. В следующий раз увезу тебя насильно. Спал, что ли, просто? Ну, даже прикольно. Вызвали. Безумный призрак. А там с призраками у нас еще не было. Артур, блин.
Да, я пошел. Холодно. Этот вид демонов низшего порядка обитает в сыром сумраке ада. Ага. Способен насылать сон и красочные видения, заманивая человеческие души и питаясь их страданиями. Подожди, подожди. Несмотря на природную трусость, эти шакалы ада нападают на всякого, кто посмеет мешать им. Перестань, а? У кого-то, между прочим, это был любимый фрагмент. Упс. В подвале нашел. Чуть с ним вместе его не заперли. О! Самая! Так. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Ник! Ну? За форс-мажор? Ну что, продолжим сеанс? К дьяволу спиритизм. Запускай! Вам что-то нужно, Катя? Да, я нашла в детской за мягкими игрушками. Не знаю, это выбросить. Просто это кружка жены. Он, наверное, разбил и спрятал. Я подумала, можно ведь склеить. Зачем? На память. Это чтобы не забыть. Ну ладно, давайте сюда. Черт. Черт. Простите. Возьмите, вот, приложите. Сильно?
Кать, я тебя потерял. Ну, что случилось-то, а? Ничего. Мне тоже это не нравится. Давай уедем. Кать! Я же написал, что все отменяется. Ваши услуги мне больше не нужны. Извините, я, наверное, не получила. А вы же уезжаете? Еще только начало августа. Уезжаю. А можно я зайду только подзарядить? А то у меня телефон сел.
На самом деле у меня все в порядке с телефоном. Пожалуйста, только не перебивайте, а то я не смогу закончить. Вам сейчас нельзя быть одному. Но вы же как будто себя похоронили вместе с ними, и я это вижу. Но если вы мне позволите быть рядом... Катя, никому, тем более тебе, нельзя быть сейчас со мной рядом. Вы все неправильно сейчас говорите. Я знаю, что я вам нужна. Вы мне тоже нужны. Уходи. Никогда сюда не возвращайся. Андрей, это Катя. Скажите что-нибудь, я видела, вы меня узнали. С вами все в порядке? Простите, я понимаю, это дурацкий вопрос, и вообще это все ужасно. Андрей. Андрей, скажите хоть что-нибудь. Я сейчас найду, чем сбить. Все, хватит уже. Это нельзя. То нельзя. Ну и пожалуйста. Не очень-то и хотелось. Пойдем со мной. Там нужно открыть подвал. Может, вот это сначала объяснишь? Вадик, пожалуйста, я не знаю, я растерялась. Все-таки хозяин. Этот дом был заколочен уже несколько месяцев. Я не ожидала, что он тут. А ты же его узнал? С ним что-то случилось, и его надо оттуда вытащить. У вас что с ним? Что-то было? При чем здесь это? Серьезно? Такая маленькая незначительная деталь. Мы вообще-то влезли в его дом. Проблемы? Мы сваливаем. Это хозяин, и у них был роман. Все совсем не так. И вообще, это не важно. Офигеть! В этом доме что-то происходит. Здесь все ненормально гниет. И там в подвале с Андреем. Я не знаю, как это объяснить. Это называется запущенный дом. Андрей твой псих. Катя, ты чего? Он, что ли? Куда собралась? Ты что, не понял? Это хозяин. Она соврала. Ну, хозяин. Поспит теперь под замком. Уедем с утра, как и собирались.
А ее ты тоже запрешь? Да вы услышите же меня! Слушай, ты можешь правда запереть, я вместе с этим Андреем. Слышь, завязывай уже. Послушай, ты разберись с твоей девушкой. Или все? Она теперь не твоя девушка? Разговор окончен! Я приехал сюда тусоваться и собираюсь продолжить, ясно? Все, утихли! Вадик, пожалуйста. Катя, я все понял. Только глупости не надо выдумывать всякие. Что за фигня? Это чего, из камина, что ли? Каким же психом надо быть, а? Все, хватит. Мы собираемся сейчас и едем. Куда? Что за истерика опять? Потому что уже не смешно. Ты кроме нее вообще уже ничего не видишь? Оглянись. Нет уже никакой вечеринки. Все. А вот ты тут мне реши. Не нравится? Звай такси. Саша! Ты хочешь ехать? Да нет. Ну вот отлично. Куда его понесло-то, а? Thank you.
меня напугал. Ты что, потерялся, что ли? Твою мать напугал. В Артур не видели? Нет. Может, Полина уехал? Там подвал открыт. В смысле? Ты что, его выпустила? Нет. Быстро и тихо. Вы все уходите. Что это вообще было, а? Саша.
Давай, давай, давай. Кто-нибудь вообще объяснит, что происходит, а? Черт, а? Успокойся. Все. Тихо. 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 Я не дозвонился до Полины. Не сейчас. Дорожу, там жив. Смотрите! Бегите в дом. Тебе это не поможет. Нужно больше огня. Они его не любят. Забили дымоход в первые же дни. Хорошо их изучил? Достаточно. Что это за твари? Вадик, прекрати. Он знал о них с самого начала. А теперь всех убили. Убили? Вас сюда никто не звал. А ты почему еще жив? Потому что это я их сюда привел. А теперь слушайте. Ваш единственный шанс оставаться здесь, где тепло. И топить всем подряд. Уйдете утром, когда они станут менее опасны. Может быть, поможешь? Дров нет. А это что? Призраки? Демоны, принявшие вид моих жены и сына. Твари из другого мира. Так это все реально? А ты еще сомневаешься? Он изучал ад.
Он открыл дверь и оставил ее. Когда я покупал дом, тоже в это не верил. И что им надо? Только я. Вы стали опасны для меня, они стали вас убивать. Оставь, это нужно для факелов. А до нас они убивали? Мой друг пытался меня увести. Я тогда еще плохо изучил их повадки. Потом я запер дом, полностью изолировался от мира. И научился с ними жить. Вот только вас не предусмотрел. Поддерживайте огонь. Уйдете утром. Андрей, подожди. Thank you.
надо было за мной ходить. Я бы продержал их до утра. Что это было? Эти твари. Они существуют за счет того, кто их впустил. Питаются его болью. Но кое-что дают взамен. Мне они дают иллюзию, что моя семья по-прежнему жива. Но только я теряю их. Каждый раз. Снова и снова. Тогда летом они уже были. Я тогда с ума сходил. Молил, чтобы все стало как прежде. И меня услышали. Сначала начались сны, очень реальные. Так они не давали мне забыть. Потом пришла сырость. А потом пришли они. Стояли и смотрели. И как будто говорили: впусти нас, и мы всегда будем рядом с тобой. В какой-то момент я не выдержал. И разрешил им войти. Сны стали длиться сутками. Однажды я очнулся и увидел их, настоящих. И понял, что впустил монстров. Ты не пытался бежать? Thank you.
попробовать разжечь. Они все равно нас убьют. Его они не тронут, только нас. Они так и будут продолжать убивать. Я не прав? Вадик, ты что делаешь? Он сам сказал, что они зависят от него. Не станет его, не станет и их. Скажи мне другой способ! Его нет. Опусти ружье. Катя, он прав. Это я их сюда привел. Они со мной уйдут. Катя, нет! Бегите. Нет. Не повторяй моих ошибок. Отпусти. Уводи. Обними меня.